Всем привет. Всем добрый день, у кого вечер. Вот я снова на судне, уже на другом, на английском судне. Victress. Идем в запад Шотландии. Вот. Вот сейчас покажу вам новый пароход. У них тут. Ну, он не новый, конечно, но, так сказать, ухоженный под британским флагом. В общем, как всегда, много всяких папок под документы. Столько у них ноутбуков с картами. Идем в запад Шотландии. Сейчас вам, в общем, так вот кину. Это мостик. Вот мостик. Ну, теперь поподробнее. Сейчас смотрите. Это панелька огней. Сразу почему не сделано очень темно, плохо видно. Кнопок дофига. Пароход постройки 1997 года, но ухоженный. Это у нас аккуратненький магнитный компас. Ну, GPS Furuno. Здесь же у нас Bridge Watch Control. Вот, чтобы не спать по ночам. Включаешь на ночь, и, как говорится, он, если уснул, движения нет, он сработает. Сначала сработает световой сигнал, потом в каюте капитана, а потом по всему судну. Через 3 минуты, 6 минут, надо как поставить. Радар. Обычно ничего нового. Сумасшедший автопайлот. Работает через хрен знает как. Работает. Это аварийный стиринг. Аварийное управление. Такая балда, да? С ума сойти. Аварийное управление. Одна двигатель. Идем средним ходом. Это ручной радар. Сейчас он выключен, он здесь не нужен. Вот ручное управление. Переключаешь, нажимаешь сюда. Когда? И ручное. Вышел на курс, опять сюда и на пайлот. Эхолот. Подрулька. Баутрастер. Подрулищевое устройство. ВИЧЕФ. Еще один ноутбук. А что самое интересное, нет лицензионных карт. Ходим по бумажным картам. Вот, второй помощник занимается картами, корректирует их прошлый век. Но в декабре прислали электронную аппаратуру. Вот она лежит, две коробки. Два ЭКДИСа. А вот экраны на них. Вот они здесь. Только некому устанавливать, никто не занимается. Сервис обслуживания дорогой. Вот и ходит по бумажным и неофициальным картам на ноутбуках. Вот. С ума сойти. А так мостик большой довольно. Только самое что интересно, присесть негде. Заметили? Стой как хочешь, падай, качайся вон. Побежал вон туда и там уснул. От качки прятаться. А так все, стой в автобусе. Все, стой, даже присесть не. Что я могу сказать? ГМССБ здесь. Глобальная спутниковая связь. Нафтекс. Получаем прогноз погоды. В старинке через Нафтекс. Можно через интернет. В общем, судно ухоженное. Весь экипаж филиппинцы. Одни филиппинцы. Один я здесь.
затесался казачок. Ну что ж, еще увидимся. Как говорится, живы будем.